Доброго времени суток! С вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. И сегодня впервые за долгое время, то есть это за 3 месяца моих выходов в прямой эфир каждый четверг 20:00, впервые я буду в записи. Дело в том, что я уезжаю на рыбалку. В четверг мы все дружненько уезжаем, и приеду я только в воскресенье. Поэтому прямой эфир я никак не смогу провести, тем более там будет плохая связь. Я делаю запись этого эфира. Кому-то, видимо, эта информация очень полезна. Вы скидываете мне донаты, я вам очень за это благодарна. И пусть они вам вернутся в 100-кратном размере. Ангел! Здравствуйте, как тебя зовут? Ангел. Очень приятно познакомиться, Ангел. Меня зовут Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям, ведь на моем канале добро, чудо и всевозможные интересные лайфхаки. Лара Шум. Ловите. Если вам эта информация полезна, то скидывайте, пожалуйста, донат. Всеми возможными способами все есть под моими видео в YouTube. Цикл передач проходит каждый четверг в 20:00. Он называется «Слушаем». Я делюсь именно той информацией, которую я прошла, которую я попробовала на себе, и это «О!» сработало. Поэтому, друзья мои, все, что я говорю, это действительно я сделала через себя, пронесла через себя и делюсь с вами этой информацией. Тем более сегодня интересная тема называется «Хотите привлечь любовь в свою жизнь? Что делать?». Мы сегодня с вами рассмотрим несколько вариантов. Действительно, некоторые из этих вариантов у меня сработали. Я поделюсь также с вами, что надо делать, а что ни в коем случае не надо делать. Вы запишите себе вот сюда, запишите в тетрадку, и да пребудет с вами любовь. Пусть ваш муж вас найдет. Итак, хочу, девчонки, поделиться такой информацией. 9 месяцев я каждый день говорила следующее: «Моя половинка меня нашла, моя половинка меня нашла». И это есть ошибка. Дело в том, что действительно через 9 месяцев моя половинка меня нашла. Но это была половинка. И половинка я. И мы, понимаете, вот две половинки соединились, и получилось так, что у него одна нога работает, и у меня одна нога работает. И мы так идем и хромаем, идем и хромаем. То есть ни в коем случае вам нельзя говорить: «Моя половинка меня нашла». Убираем это вообще навсегда из своей головы. Мы начинаем с вами говорить: «Мой муж меня нашел». Ведь мы хотим, девчонки, замуж, правильно? То есть мы не просто хотим найти половинку, которая будет приходить и уходить. Нам нужен муж. Верный, заботливый, ответственный, который бы взял на себя ответственность за нас, правильно? Правильно. Поэтому мы говорим: «Мой муж меня нашел». Договорились? Это первая была моя ошибка, которую я сделала. Действительно, это была моя половинка, у нас было очень много похожих интересов, но мы в итоге разошлись. Почему? Потому что я, получается, тянула эту половинку куда-то, да, человеку ничего не надо было, вот ему было так в жизни хорошо, да, вот я лежу на своей полянке, загораю, мне так хорошо, мне нет цели в жизни, у меня ничего нет, а у меня есть цели в жизни, у меня есть планы в жизни, я вот это вот давай, делай, и в итоге, а в итоге ничего, вот, но... Ведь сработало 9 месяцев, я повторяла, моя половинка меня найдет, и она меня нашла. То есть он первый подошел знакомиться, первый что-то там предложил, поэтому это работает, девчонки. И теперь я иду к следующему пункту, то есть выйти замуж. Вот, в таком случае давайте вот с вами сразу, значит, чтобы найти своему мужу, что мы делаем. Вот я все записала сейчас, чтобы не забыть, все поэтапно, я вам сейчас расскажу. Итак, первое. Однажды у одной девочки, вот совсем недавно, она рассталась с парнем, и у нее на телефоне стоит рингтон, то есть ей звонят, а у нее там песня стоит. Мы два разных корабля, ты на одном острове, я на другом острове, мы вот разошлись, как в море корабли. Я говорю: ты что делаешь? Ты хочешь отношений? Она говорит: ну да, мы вот расстались, мне сейчас... плохо. Я говорю: ты хочешь отношений, и ты поставила такой рингтон? Она говорит: ну я специально поставила, чтобы мы
ну, я как бы слушаю вот эту песню, думаю об этом мужчине. Я говорю, так, стоп, теперь на нашем рингтоне будет стоять совершенно другая песня. Дело в том, что когда 9 месяцев я упорно говорила, да, что моя вторая половинка меня найдет, я слушала песни, с которыми я вам сейчас поделюсь. То есть, девчонки, мы убираем из своей жизни песни про несчастную любовь. Мы вообще баним эти песни. Мы их не слушаем ни в коем случае. В нашей жизни теперь только песни. Я поделюсь с вами несколькими песнями, скажу, почему именно их слушать. То есть мы же сейчас положительное все притягиваем в свою жизнь. Итак, первое. Создайте ВКонтакте, если вы есть, да, или где-то на своем телефоне, если вы слушаете музыку, песни о любви. Там только хорошая любовь. Все. Жизнь прекрасна и удивительна. Например, закачайте в свой телефон или ВКонтакте, да, в плейлист песню Аллы Борисовны Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Это гениальная песня. Девчонки, вот сейчас просто послушайте слова. «От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи для счастья для меня нашел». Вы понимаете, какие слова? Какой мужчина будет в вашей жизни, если вы вот эти слова будете слушать? Или запишите где-то отдельно. Пусть они у вас висят. И ваш муж пусть будет именно вот пользоваться этими словами. То есть он найдет для вас ключи для счастья. Срочно ищем эту песню. Все, срочно она должна быть в вашем телефоне. Дальше, следующая песня. «Свадьба». «Свадьба» Максим поет. «Вот моя судьба, ее держу сейчас за плечи». Начинается вот песня с таких замечательных слов, да. «Вот моя судьба, ее держу сейчас за плечи». И песня-то называется «Свадьба». Значит, мы что сделаем? Выйдем замуж, девчонки. Срочно в телефон, срочно в плейлист. Дальше песня, которую мы должны обязательно с вами слушать, это «Вместе». Мне нравится очень песня «Звезды в лужах делить с тобой». Чудесная песня, согласитесь. Если вы ее слушали, то обязательно надо послушать. «Звезды в лужах делить с тобой». Вот там есть замечательные слова, девчонки. «Любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться». Мы же все этого хотим, да? Если у вас будет муж, то мы с вами идем вместе. Мы любим, мы дорожим, и мы мечтаем с ним вместе. Мечтаем о том, какой у нас будет дом, сколько у нас будет детей, или у нас не будет детей, да? Кто к нам будет приезжать в гости. Вот. Вот что я хочу, чтобы у меня было с моим мужем. Следующая песня. Группа «Градусы». Вот, поэтому закачиваем в телефон. Так, дальше. Чичерина. «Любовь, вот главная тема». Обязательно сделайте. «Любовь, вот главная тема, неважно, кто мы, неважно, где мы». Я, может быть, и пою не так, но это так заряжает, это так поднимает настроение. Вот вы встали утром, сказали, можно на воду произнести, да, взять стакан с водой, налить туда, произнести «Мой муж меня нашел», выпить эту воду, включить эти песни, потанцевать, и вот настроение уже поднялось, и вы такая наполненная, пошли на работу, если вы ходите на работу, да, или начали так свой день прекрасный. Поверьте мне, через какое-то время ваш муж вас найдет. Я сейчас, вот сегодня какое число, 24.07.2019 года, девчонки, этот стрим как раз на то, чтобы я нашла своего мужа, вы нашли своего мужа, да, и мы с вами потом будем в комментариях под этим видео писать, получилось у вас. А должно получиться, потому что, по крайней мере, первый эксперимент у меня получился, сейчас я буду делать второй эксперимент, почему нет? Также, пожалуйста, в комментариях оставляйте, напишите мне в комментариях, какие песни, может быть, вы еще знаете, поделитесь. И я тоже с удовольствием закачаю это в плейлист. Договорились? Так, это первый вариант. Дальше. Что мы делаем обязательно? В своей квартире повесьте, пожалуйста, картину, где мужчина с женщиной, где вы любите друг друга, где так все хорошо и замечательно. Пусть она висит на самом видном месте. Или повесьте сердечко.
сердца просто развесьте. У меня вот под потолком висит сердце. Вот, и вы обязательно, это все сработает, это магия, это оно как, каким-то волшебным образом все притягивает. Дальше, смотрим фильмы с вами, девочки, убираем всякие драмы, смотрим только мелодрамы, фильмы о любви, можете набрать так в интернете, фильмы о любви, но при слове драма убираем, там обычно кто-то умирает, мы же этого не хотим, да, мы же хотим быть счастливыми, чтобы наш муж, да, ключи для счастья нашел, для нашего счастья. Так, это я сказала. Дальше, что обязательно, прописываем, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой. Ответственного, да, с чувством юмора. Пропишите обязательно, что вы хотите в сексе, тоже надо. Даже можно, сколько у него сантиметров, девчонки, писать. Да-да-да. Сколько раз вы хотите заниматься сексом? Классика, не классика. Ну, в общем, вы поняли, да? Затем, где он работает? Какие он любит вам слова говорить? Дарит ли вам он цветы? Все, до мельчайших подробностей. Девчонки, не поленитесь, сядьте, пропишите. Чем точнее вы пропишете портрет своего будущего мужа, тем, соответственно, будет быстрее придет тот человек, который вам надо. Рост спортивного телосложения, неспортивного. Может быть, он будет сыроедом, который любит ездить на велосипеде, вместе снимается, вы любите на камеру. Может, он тоже будет блогером, как я. Вот, вот это вот все. Хорошо? Все до мельчайших подробностей. Верный, заботливый, красивый или чуть симпатичнее обезьяны. В общем, девчонки, вы поняли, я думаю, да? Итак, идем дальше. Мы прописали своего мужчину. Мы каждый день говорим, мой муж меня нашел. Квартиру мы подготовили для любви. Песни мы слушаем, да? Фильмы смотрим. Теперь, девчонки, приступаем дальше к приметам. У нас все теперь приметы должны быть направлены на то, что мой муж меня нашел. Если на ваш подоконник сели два голубя, значит, вы говорите: «О, мой муж меня нашел». Это к любви. Если бабочка на вас села, вы сразу говорите: «О, это к любви, мой муж меня нашел». У вас зачесался правый глаз, вы его так чешете и говорите: «Мой муж меня нашел». Дальше, споткнулись о левую ногу, да, это к любви, да. Соль просыпали, это к любви. У нас теперь все приметы только к любви. Понятно? Супер. Если вы это будете делать постоянно, всегда, в вашей голове будет эта мысль присутствовать, то ваш муж найдет вас очень быстро, на самом деле. Вот, пожалуй, на этом и все. Я действительно это делала, у меня все это сработало. Тогда, когда я встречалась с молодым человеком, 1,5 года мы с ним были вместе, и теперь мы расстались, и я иду дальше. Я теперь встретила своего мужа, вышла замуж, и мы живем счастливо, у нас свой дом, и в этом доме много всегда гостей. Тех людей, которых мы любим, уважаем, они всегда рядом с нами. Но это мое желание. Я не знаю, какое будет ваше желание, девочки мои хорошие. И давайте мы с вами сейчас сделаем медитацию астрошопинг. Мы отправимся с вами в космоцентр, в большой, где есть много-много магазинов, и вы сможете выбрать себе все, что хотите. Садимся, расслабляемся. Думаем, что мы будем покупать. Только самое главное, девчонки, уберите мозг. Пусть он гуляет где-нибудь. Не думайте о том, где вы это возьмете, сколько это стоит, а заслужила я это или не заслужила, и а как это вообще получается. Мы просто идем и покупаем. Все-все-все. Договорились? И выбираем себе самого лучшего мужа. Хорошего вам дня. И улыбайтесь почаще. Ведь вы самая красивая, самая чудесная. Самая лучшая женщина в мире. Пока-пока. У нас сегодня увлекательное задание. Астрошопинг. Главное перед астрошопингом выключить свои мозги. Аналитический аппарат и логику оставьте у входа в ячейке хранения.
с собой возьмите только чувства. Все внимание на чувства. Нравится, не нравится. Вот ваш способ выбора. После шопинга перенесите на бумагу все, что выбрали, и передали курьеру. Можно набросать сюжеты и истории, в которых вы уже живете с тем, что выбрали, и использовать их как сюжеты визуализации. Можете составить мыслеформы и транслировать их, читать и прорабатывать. Пожалуйста, уделите этому время вашей жизни. Не спешите, и вы заложите прочный фундамент своего грядущего процветания. Приятных вам покупок! Многие люди либо постоянно куда-то бегут, куда-то несутся, одержимые собственной важностью, либо наоборот, пребывают в состоянии апатии, откладывая все на потом. И так день за днем, год за годом, пока жизнь не заканчивается. А сесть и сформировать свои душевные устремления, понимаете ли, им времени нет. А если нет четкого курса и не знаешь, куда плыть, так и будет всю жизнь штормить в океане неясностей под бурями чуждых сил. Но это не про вас. Поэтому сегодня займемся мысленным астрономическим шопингом. Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Вдохните и выдохните медленно 3 раза. И, сев в ракету, мы отправляемся в космическое пространство всевозможных вариантов, а именно в космоцентр «Все для меня». И примеряем на себе все, что придет в голову. В космоцентре несколько отделов, а кассы нет. Весь секрет астрошопинга в том, насколько ты можешь включить свое воображение. Именно твое воображение, смелость и многогранность и есть пределы и стоимости всех приобретений. Итак, в астрошопинге несколько отделов. Первый отдел – здоровье. Здесь можете выбрать себе потрясающую фигуру, подобрать к ней изысканные аксессуары в виде обаяния и сексуальности. Примерьте мощный интеллект к себе и потрясающее настроение. А может, вам по вкусу утонченность и аристократизм? Или инфантильность и легкое настроение? А может, вам по душе мощная энергетика и суперспособности? Выбирайте все, что душе угодно. Следующий бутик – любовь и отношения. О, тут огромный выбор подходящих вам людей, гармоничных отношений в любви и дружбе, по работе и бизнесу, с детьми. Все ракурсы любви и все стороны отношений. Выбирайте по душе. Третий отдел – большой отдел изобилия. Тут есть и головокружительный карьерный рост, и свой бизнес на любой вкус и в любой сфере. В общем, пройдите и возьмите все, что хотите. Изобилие в любом аспекте. После этих 3 отделов отправляйтесь в отдел доставки и передайте вашу корзину с покупками самому надежному курьеру, ангелу вашей вселенной, и возвращайтесь домой. Не беспокойтесь, покупки придут вовремя, в то время, которое прописано у курьера.
Его время несколько иное, чем земное, и нам трудно точно перевести, но оно уже обозначено. А сейчас открываем глаза и идем записывать все то, что вы выбрали в космоцентре.